Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке. Каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на 5 лет участка размером не более гектара. Через 5 лет участок можно будет оформить в аренду или выкупить в собственность. При этом купля-продажа полученной земли запрещена. Нельзя его издавать в аренду или передавать в пользование иностранцам или созданным при их участии компаниям.